7 мая 2016 года в культурном центре Рухардо, города Чолпан-Ата, стартует международная туристическая выставка-ярмарка «Эсекул International Tourism Festival 2016». Выставка-ярмарка ITF-2016 – это площадка для презентации туристических компаний, пансионатов, домов отдыха, гостиниц и авиакомпаний Кыргызстана, дальнего и ближнего зарубежья. Привлечение иностранных инвесторов. Обсуждение туристического потенциала Кыргызстана с экспертами рынка мировой туристической индустрии. Международная туристическая ярмарка ITF-2016 организована в рамках проведения вторых всемирных игр кочевников.